Это связано с отзыв лицензии и закрытие многих банков, которые в последнее время мы наблюдаем. Это связано с тем, что данные банки не выполняли определенных правил игры на этом финансовом рынке, установленных Центробанком, правительством и Министерством финансов Российской Федерации. Те банки, которые сегодня закрывают, я считаю, что на 99% это происходит правильно, потому что очень многие банки занимаются как бы несвойственной им деятельностью. То есть они где-то в криминальном поле работают, в негативных каких-то замешанных делах, отмывании, там, растратах и так далее, и тому подобное. Банк – это финансовый инструмент, и он должен работать очень точно и четко.